Территория спорта день за днем становится все больше и больше. Нам нужно двигаться быстрее, чтобы успевать за петербургскими любителями активного образа жизни. В рубрике «Бегущий Питер» мы показываем яркие старты северной столицы. От знаменитых марафонов до обычных забегов, доступных каждому. Мир стремительно меняется, но бег никогда не устареет. С тех пор, как петербуржцы полюбили бег, марафон «Белые ночи» стал абсолютно неизбежен. Знаменитую ночную гонку пробовали проводить утром, по понятным соображениям безопасности. Утренние водители и велосипедисты гораздо собраннее своих вечерних собратьев и намного реже лезут под ноги бегунам. Да и настроение у них, как правило, куда менее агрессивное. Однако все это безнадежно. Ночной марафон гораздо привлекательнее для зрителей и для многих спортсменов. Все-таки Петербург ассоциируется у людей с белой ночью, а не с белым утром. Нынешним летом забеги белых ночей снова прошли в классическом формате. То есть первые участники стартуют в 9 вечера, а последние финишеры добегают уже рано утром. И практически все это время в Петербурге светло. Ради того, чтобы пережить марафон в белой ночи, многие приезжали с другого конца мира. Ночной забег в разгар туристического сезона – это многие тысячи зрителей, болельщиков и стримеров, что немаловажно, на протяжении всей трассы. Собственно, им не надо никуда ходить. Ты приехал в Питер, гуляешь по центру и видишь марафон между делом, а потом продолжаешь отдыхать. Поэтому трассу всегда стараются проложить именно по историческому центру. Турист давно уже обленился, и даже до Царского села способны добраться далеко не все. Если хочешь бесконечную зрительскую ленту от старта до финиша, как это бывает на крупнейших марафонах мира, нужно обязательно бегать в центре. Кстати, в нынешнем году это была именно зрительская лента, а не круг. Старт и финиш марафона были разнесены по разным точкам. Начало у крейсера «Аврора» на Петровской набережной, там же стартовый городок в сквере и разминочная зона. Ну а финиш уже на Дворцовой площади, где даже расположили зрительскую трибуну. Спорное, конечно, решение. Обычно на крупных марафонах так не делают. Для участников гораздо удобнее вернуться обратно к тому же месту, где были оставлены вещи. К тому же есть ведь люди, которым не так-то легко возвращаться обратно после изнурительного забега. Что ж, в этом году сделать по-другому организаторы не смогли. Дворцовая площадь была задействована под другие праздничные проекты и могла просто не вместить всех участников марафона единовременно. Да и вопросы безопасности сейчас сами понимаете. В будущем кольцевая трасса все же будет намного удобнее для всех. Но, по крайней мере, в этот раз болельщики получили необычный опыт. Когда еще прогуляешься глубокой ночью по перекрытому историческому центру? Получился марафон, совмещенный с экскурсией. А для участников это по умолчанию так. Даже меньшая трасса на 10 километров охватывает более десятка главных городских достопримечательностей. Кстати, петербургская трасса очень хорошо подходит для личных рекордов. Город максимально плоский, перепады высот бывают только на мостах. Это не холмы, как в Москве или во многих других мировых столицах, где проводятся крупнейшие забеги. И погода в разгар июня обычно идеальна для бега, тем более вечером, когда жара спадает. Так что если вы нацелены на максимальный результат, то это точно ваш вариант. Ну а многие другие приезжают в Петербург побегать просто потому, что здесь очень красиво. В нынешнем году участники от спорта день за днем не выступили на марафоне, но его пробежал наш друг, о котором мы подробно расскажем в отдельном видео. We'll be right back.